Всем привет! Сегодня будем учиться наносить грим, именно защитный грим. Грим наносится, идет продольная часть по лбу и переносится. Все там уже ну и пошли, уже закрывается нос полностью. Определенной раскраски нету, то есть у нас постоянно у нас все меняется, то есть где-то он может быть зеленее, где-то он может быть больше коричневого цвета. На другую часть наносим зеленый цвет, мешается он вместе с коричневым, то есть получается такая болотная масса. То есть брови все промазываются. То есть полностью маскируем лицо, чтобы ни одного цвета места не осталось. Также очень важно это уши. Уши тоже гримируются полностью, не гримируются полностью. Внутри раковина полностью промазывается, чтобы не было видно оттенка. У нас остался последний штрих, это нанесение присыпки. То есть обычно его можно использовать подручные средства, это кора дуба, то есть простая кора, мох, листва, то есть сухая листва, то есть измельчается полностью мелко. Для чего это надо? Нам нужно для того, чтобы наш грим не блестел. Так, мы завершили маскировочный грим. С вами был я, мой позывной змей. Я Ассоциация социальной защиты инвалидов, ветеранов, спецназа ФРБ, братство Крапл Берета, Витязь Урал. И также центр ММА по городу Серетамак, Витязь Урал. Всем пока!